Однажды малазийская девушка Джиян вышла на обеденный перерыв. По пути в соседнее кафе девушка заметила, что под стеной шевелится маленький живой комочек котенок. Джиян присела на корточки и посмотрела на малыша. Одна из лапок у него была неестественно вывернута, как будто она была сломана. Кроха лежал и почти не подавал никаких признаков жизни. Девушка стала оглядываться в поисках взрослых кошек, но никого поблизости не было никто из людей не обращал внимания на животное. Маленькое существо погибало. Джиян стало ужасно жалко котенка. Вместо обеда она пошла с найденышем к ветеринару. Врач немного успокоил девушку. У котенка не было перелома, просто вывих. Однако, как для своего возраста трех недель, он весил очень мало, всего лишь 250 грамм. Джиян решила, что просто обязана помочь котенку выжить. Она забрала его к себе домой. У нее никогда не было животных, и Джиян не знала, как за ними ухаживать, чем кормить. Особенно трудно ей пришлось первые пару дней. Девушка очень сильно испугалась, когда увидела, что у животного на больной лапке образовалась опухоль. Девушке казалось, что тигренок, так она назвала найденыша, вот-вот умрет. Однако все обошлось. Ветеринары рассказали девушке, как выходить котенка. Кроме того, они вылечили лапку. Скоро тигренок стал идти на поправку. Через несколько недель животное смогло использовать все четыре лапки, а затем о том, что тигренок мог умереть, ничего не напоминало. Он высоко прыгал и шустро бегал, а его вес был в норме.